Региональная программа – это театрализованное представление. У каждого есть своя идея, каждая какая-то тема, каждый ее пытается раскрыть, рассказать. Насыщенный день, 5 программ, ежедневно мы их отсматриваем. Впечатляет, радует то, что студенты с позитивным настроем делают творчество и получают от этого удовольствие. Свое выступление мы оцениваем на 150 тысяч из 10, я не знаю как. Ну, мы себя очень любим просто. Мы старались. Подошли на обратной связи к жюри, сказали наши ошибки некоторые даже, которые присутствовали. Ну, в общем и целом, всем все тоже понравилось. Сейчас мы побывали на Кемеровской области, Кузбасс. Ну, тоже очень отличная программа. Каждая область по-своему сильна, но, конечно же, нельзя отрицать тот факт, что Кемеровская область тоже достаточно сильный соперник для других. Главное – дружба. Главное – дружба. Студвесна – это вообще, в принципе, масштабный праздник, который достаточно приносит много эмоций, чувств, памяти. В памяти остается навсегда и в сердце. Театральное направление, пластический спектакль «6 дней. Зарождение Вселенной» у нас. Мы выступали как в последний раз, и для меня у нас все очень круто прошло, мне все понравилось. Это очень круто, что Ставрополь собирает таких творческих людей. Атмосфера – это что-то просто невероятное, даже не хочется, чтобы это заканчивалось.